сегодня я вас познакомлю с самым нежным существом в этом мире. Знакомьтесь, это мышка, и она ищет свою дорогу домой. Эту малышку нашли на проезжей части, напуганной и голодной. Даже страшно представить, что могло бы с ней произойти, если бы ее не подобрали. Мышке всего 2 года, домашняя ласковая собака среднего роста. Эта красотка – жизнелюбивая и позитивная собака. Любит порезвиться с другими питомцами. Каждую прогулку мышка обязательно превратит в увлекательную игру. Наша девчонка абсолютно здорова. Стерилизована, привита, обработана от паразитов, а также приучена к выгулу на поводке. Мышка рядом. Рядом, молодец. А теперь побежали. Мышка неприхотлива в еде, ничего не грызет в доме, прекрасно ладит как со взрослыми, так и с детьми. Идеально подойдет в семью, где готовы уделять внимание питомцу. Эта малышка обожает обнимашки и целовашки. Общение с ней гарантирует хорошее настроение на целый день. Мышка отдается в дар взрослым людям, которые будут присматривать за ней. А самое главное, никогда не предадут. Для проживания ей подойдет как квартира, так и частный дом. Если вы хотите поближе познакомиться с мышкой, звоните по телефону, указанному на вашем экране. Она очень ждет встречи со своим будущим хозяином.